Добро пожаловать в игрушку ТАПС. В этой серии у нас будет танк против 100 юнитов, да, ребятки, различных 100 юнитов. Ну что ж, кто победит, один танк, либо же 100 простых юнитов? Ну, я буду брать самых слабеньких, потому что сильными явно танк не справится. Ну что ж, let's go, погнали, приятного вам просмотра. Боже мой, он просто сейчас их всех передавит, смотрите. Они ничего не могут ему сделать, вот это эпик, вот это очень круто. Хотя минус 3, ребятки, минус 3 пехотинца. Пехотинцев им удалось все-таки справиться с пехотинцами, им удалось легко. Но вот с танком будет посложнее, я даже не знаю, слушай. Но он раскидывает их, просто раскидывает всех. Нет, они даже не успевают ударить. Танк очень маневренный, очень быстрый. И просто всех, ребятки, просто всех раскидывает. Так, это пока что первая сотня, да, ребят, танк побеждает. Идем дальше. Дальше у нас аборигены с камнями. Я думаю, у них неплохие шансы, потому что они будут танк обкидывать камнями. Ну что ж, начинаем. Let's go, погнали. Так, хорошее попадание. Начинаю стрелять! Чего? Они взорвали танк, ребятки, камнями. То есть сотня юнитов аборигенами с камнями сильнее танка. Давайте посмотрим по цене. По цене, правда, это невыгодно. Аборигены 16 тысяч стоит, а танк 6 тысяч. Ну что, давайте посмотрим это в повторе, в замедленном. Начинает стрелять. Стрельнул. Сейчас камни пойдут. Все, они бросают камни под колеса. Как быстро они сломают его. Все кидают камни. И когда он взорвется... Да, все! Он не может впитать много уронов, и аборигены с камнями побеждают. Так, хорошо, подождите, я предлагаю убрать, допустим, убрать половину. Давайте посмотрим, 50 против танка. Но 50 уже не справится. Да, 50, я думаю, не справится. Но сотня справлялась, ребятки, сотня легко справилась. Да, тут он всех их раскидал. Ну а мы, ребятки, идем дальше. У нас сотня лучников, вы посмотрите на это. Один какой-то здоровый даже. Против одного танка. Что, давайте посмотрим на это. Неужели у них не получится? Стрел просто мимо, а цели полетели. Да ну нафиг. Он сам себя, получается, взорвал. Ему не надо было стрелять под колеса. Он взорвал сам себя. Давайте посмотрим в повторе. Но, ребятки, даже если вы ничего здесь не менять не будете, при повторе тут уже совсем другие будут обстоятельства складывать. Каждый раз разные. Стрелы. Ну тут просто, блин, тут дофига мимо стрел танка попал. Я не знаю, они какие-то косые. Вот начинает он переезжать их и начинает крутиться. Если он под себя не стрельнет, то он победит. Неплохо. Лучники... Вот сейчас Нет, лучники победили, ребятки. Да, они победили одного танка. Просто стрелами уничтожили танк. Охренительно круто. Ну что, ребятки, сотня мушкетеров против танка. Давайте посмотрим. Они просто ничего не оставили от танка. Вот это эпик. Да, ребятки, сотни, конечно, справятся с одним танком. Причем они сами себя поубивали тут выстрелом. Давайте посмотрим это в замедленном. Ребятки, обязательно поддержите этот видеоролик лайком. Это мне очень круто поможет. Не оставайся равнодушным. Это очень важно. Так, начинаем. О, такая вот волна. Причем снаряд танка летел. Летел, выстрелил. Боже мой, как это красиво смотрится. Офигеть. Но одному против 100, конечно, сложно справиться. Вот эти сильные, ребятки, сильные ребята. Агрессивно настроенные. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Они вверх стреляют. О, боже мой. Это просто град какой-то пуль. Вы посмотрите, что... происходит. Боже мой, какие переплетения. Офигеть. Теперь в замедленном давайте посмотрим. Так, танк едет. Стреляет.
попадает. Да, ребятки, один даже, смотри, как отлетел. И вот они начинают стрелять. Сейчас будет град, ребятки. Сейчас будет град из пуль. Он просто ничего не успеет сделать. Вот град пошел. Град только-только разгоняется. Ё-моё. Ну тут явно навряд ли кто-то победит. Это выживет, в смысле, в том плане, из. Кто был в танке. Да, все, всем хана. Далее, ребятки, у нас лучники с петардами. Ну что ж, давайте смотреть. Ё-моё. Ё-моё! Боже мой, как это было красиво! Это было очень круто! Танк все-таки проигрывает. Не, ну это было зрелищно и красиво. Давайте в замедленном посмотрим моменте. Причем они даже в своего, да, умудрились попасть. Так, смотрим в замедленном повторе. Вот они стреляют. Фейерверками под колеса просто танку. Еще это все будет взрываться. Вот он застрял, он не может прокрутить гусеницу, ребятки, он застрял. Видите, замедлился. И вот начинает взрыв, начинает взрываться. И он, по идее, выживет после вот этих взрывов. Фига себе, они подлетают. Боже мой, как это красиво. Такой вот фейерверк у нас праздничный. Причем он выстрелил даже, танк выстрелил один раз. Боже мой, это красиво очень зрелище. Сейчас они второй раз уже будут стрелять. Со второго раза, конечно, они убьют его. Ё-моё, да, все, он погибает. Где-то 120, наверное, надо выстрелов. Змеиные лучники, ребятки, 100 змеиных лучников против танка. Давайте смотреть на это зрелище. Ё-моё, они сзади ползут. Офигеть. Боже мой. Боже, что происходит. Но змеи это никак не прокусит танк. Это невозможно. Хоть их и много, но как они прокусят? Вторая волна змей. Вон сзади, смотрите, они сзади плетутся. Ё-моё, ну танк слишком маневренный, слишком сильный. Есть большая вероятность, что он всех раскидает их. Они сзади, сзади, ну же. Третья волна уже. Чё со змеёй, ребятки, посмотрите, чё с ней. Боже мой, нифига себе она подлетела. Офигеть, глист какой-то. С ней все в порядке? Мне кажется, у нее явно какие-то проблемки. Все, она падает, 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 падает. Она придет в себя? Да, она приходит в себя, ребятки, змея. Упала и умрет, наверное? Она просто провалилась. Ну, давай. Чего? Все-таки танк в конце проигрывает. Очень мало уже осталось лучников, но лучники побеждают. Да, как говорится, один в поле не воин, и это тому подтверждение. Ребята, это будет очень эпично. Вот эти новые копейщики с большими, которыми копьями. 100 штук против танка. Смотрим. Офигеть, копья-то у них сильные, ребятки, очень сильные. Первый, даже я не знаю сколько их, человек 10 они смогли победить танка. Давайте посмотрим в замедленном действии. Вот он подходит, подходит. Сколько копий ударит его? Вот он, вот они пики, ну-ка. Раз, два. Слушай, да там всего лишь 10 пик. Пики реально очень мощные и легко смогут всех победить. Так, следующий у нас дротики с ядом, я не знаю, но против танка, мне кажется, это просто невозможно. Пехотинцев-то они быстро убьют, а сам танк, я не знаю, как они будут убивать. В общем, давайте смотреть, что из этого получится. Они травят? Да ну, они танк тоже травят, по ходу дела. Как они могут танк-то отравить? Я не понимаю, как они танк-то могли отравить. Это же дротики с ядом. Что происходит? Так, давайте сделаем замедленную съемку, ну-ка. Сейчас будут первые выстрелы. Они же по танку стреляют, да? Первые пошли дротики. Да, они попадают в танк. Но танк зеленым, ребятки, светится. Это значит, его отравили. Да уж. Просто для интереса давайте посмотрим 30 баллист. Танк стреляет. Баллиста заряжается. Ну-ка. Мне интересно. Это было легко. Так, теперь без замедления.
Мощно. А далее, ребятки, лучники, которые стреляют шариками. Я не знаю, смогут ли они поднять наш танк. Ну что ж, давайте посмотрим. Их сотни, просто сотни. И шарики пошли! Нет, не получилось, не получилось поднять. Шарики улетают. Ё-моё, он сейчас просто всех раскидает. Ё-моё. Слушай, ну шариками они попадают. Просто танк очень тяжелый, шарики не могут поднять танк. Офигеть. На чтобы они одновременно стреляли. О, одного подняли из пехотинцев, ребятки. Один полетел уже. Еще один. Причем это уже трупы летающие. Они сейчас просто стрелами победят. Он не успеет со всеми разобраться. Да, он еще под себя стрельнул. Далее, ребятки, у нас морозные лучники. Они будут стрелять ледяными стрелами. Посмотрим, как они справятся. Ну, можно сделать вывод в том, что танка лучше убивать стреляющими юнитами. Потому что кто бьет сблизи, им будет сложнее бить танк. Потому что он слишком поворотливый и постоянно всех ошибает. Надо издалека его бить. Давайте смотреть. Он уже замедлился. Он уже замедлился. Ё-моё. Смотри, какой белый стал танк. Офигеть, ну все, он уже неповоротливый стал. И взорвался, он уже стал совсем неповоротливый. Смотрите, железо-то оно накаляется. И смотрите, как быстро-быстро он замедлился. И все, просто застыл, просто стал ледяной фигуркой. Можно в ледяной городок его отправлять. Вот, ну я даже не знал, что вам еще показать. Это 100 юнитов против танков. Давайте простых каких-нибудь мечников, не знаю, допустим. 100 мечников против танка. Сейчас посмотрим, смогут ли вот эти бравые ребята одолеть. Мне кажется, не смогут. Хотя, если танк стрельнет под себя, то он, я думаю, взорвется. Вот это его слабое место, если он стреляет под себя, он тоже урон получает. Он так неплохо раскидывает. Просто, смотрите, что он делает. Офигеть. В общем, там танк в любом случае имбовый, он мне нравится. Как юнит, он очень крут. Ну все, хоть здесь победил. Да, здесь он побеждает. Ну, а с вами был канал Дариди. Спасибо за лайк, за комментарий, за подписочку. Ребятки, обязательно подписывайтесь, если вы не подписаны. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать все самое интересное. Всем до скорого. Пока-пока.